Здравствуйте. Простите, маленько задержались. Бывает. Это последняя прижизненная съемка легенды инзенского автоспорта Алексея Фалина. Ежегодно он организовывал не только гонки, но и мотопробеги байкеров в честь Дня Великой Победы. Активно развивал детский автоспорт в Малиновом крае. У себя в гараже устроил своеобразный музей редких ретро-мотоциклов. Коронавирус оборвал его жизнь 13 октября прошлого года. Такой, как Алексей Фалин, это был учитель для многих. Он для многих привил вот эту любовь к автомобилям. Поэтому хотелось бы вам выразить слова огромной благодарности, ну и организаторам. И всем желаю хорошего дня, успехов. Я хочу пожелать Божьего благословения всем, кто сегодня сядет за руль, чтобы вы не просто показали достойнейший результат, показали свою ответственность за свою жизнь и за жизнь других людей. Почтить память Алексея Рогачева и Алексея Фалина в Инзу съехались несколько десятков гонщиков из 5 регионов страны. Самому маленькому Дмитрию Власову из Московской области всего 5 лет. Он вместе со своим соперником, местным гонщиком, 8-летним Егором Сополевым, и вышли первыми на трассу в категории мини-баги. В первом заезде победил более опытный москвич Власов, а вот во втором инзинец Соболев собрался и вырвал победу. Радости отца гонщика, одного из организаторов автокросса Владимира Соболева, не было предела. Ведь это первая гонка его сына. Первый раз поддался ему, да. Егор, молодец. Чувство меня, как правильно выразиться, я даже не могу, нет слов. То есть я в восторге, вообще все хорошо, все супер. Погода сегодня прям благодарит нам. В классе малолитражек также участвовали дети, но немного постарше. На Оке соревновалась и единственная девушка-пилот, 14-летняя Алена Киселева из арзамасской команды «Крылатая гвардия». Увы, но джентльменством на трассе и не пахло. Уже на первом заезде соперники оставили Алену далеко позади. А уже после малолитражек начались по-настоящему жесткие гонки. Вначале, вырывая грунт из-под колес, стартовали заднеприводные автомобили. Железь, переделанные в гоночные «Жигули» и «Волги», тут явно никто не собирался. Потом очередь настала и переднеприводных авто. Это, кстати, самый массовый класс, представленный на кроссе. Накал борьбы был таков, что уже в первом заезде до финиша не добрались 4 из 12 гонщиков. А один, перепутав поворот, отправился домой. Зато как рыба в воде на этой трассе чувствовали себя баги. В этом классе участвовали сразу 2 гонщика из Инзы. А по совместительству и организаторы автокросса Владимир Соболев и Николай Фалин. Конечно, приехали очень серьезные гонщики тут. Бухалов, Сергей Демин, это на самом деле чемпионы, они в Тольятти занимают первые места, это по сути чемпионат России, это чемпионы России к нам приехали, в нашу маленькую Инзу, вот из таких вот городов в нашу маленькую Инзу. Сегодня даже участник с Москвы был, тоже выступал, да. Участвовал. В результате в большинстве заездов победу праздновали представители Нижегородской области. Их команда гонщиков была самой массовой. Но самое главное, по заверению организаторов, проигравших в таких автокроссах не бывает. Каждый тут получил то, что хотел. Огромную порцию адреналина. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.